Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию Майнсруфта! И сегодня вместе с вами мы будем проходить очень секретную карту. Что это за карта, я объясню чуть позже. А перед началом я хочу попросить тебя поставить огромный палец вверх прямо сейчас на этот ролик. И ты прекрасно знаешь, что если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, то новая серия по Майнкрафту выйдет уже завтра. И если ты соскучился по прохождению карт и хочешь их видеть больше на моем канале, поставь, пожалуйста, лайк, не ленись. Я обещаю то, что их будет больше. А сейчас... Сейчас! Как ты можешь видеть? На Земле произошла война. Из-за гравия. Как мы это все привыкли называть? Апокалипсис. Была жестокая, жестокая война. И те, кто выжили, погрузились глубоко-глубоко в шахты. Чтобы добыть руду для своих жен, детей, семей. Чтобы топить печки дома, жарить картофанчик и как-то прокормить свою семью. Апокалипсис. Страшная штука. Но мы не идиоты, мы не идиоты. Мы набираем на работу только лучших из лучших. Чтобы они погружались в шахты и добывали нам алмазы. Еще ни один человек на этой планете не смог пройти вот это испытание на секретной базе. Тестирование лучших людей, которые остались после апокалипсиса на этой планете. Меня тут втирает, я сейчас затащу на раз-два. Погнали, пацантрей, пацанессы. Карта называется... Да спаси эту планету, гравий. Как ты понимаешь, вся суть заключается в гравии. Чтобы пройти уровень, нужно добыть гравий и поставить его на золото. Я буду лучшим работником на этой планете, что ли. Ну, это описание карты, я не понимаю, что автор хотел нам этим сказать, ну да ладно. И первый уровень просто нам объясняет, как работает эта карта. Мы берем гравий и ставим его на золото. Все работает. Удачи нам пишут в чате. О, господи, помилуй. Так, мне нужно понять, как пройти вот этот уровень. А, ну, ребят, ну, как бы, я все понимаю, но я уже ветеран. Я уже батечка Майнкрафта. Я в Майнкрафт играю 5 лет. Вы думаете, то, что вы реально можете мне надурить вот этими картинами, которые я даже сломать могу? Ядрить кола... А чё тут вообще? Так. Ага, смотри. Ёханый бабай. Если бы я зашел в эту картину, то тут написано. Да, не все так очевидно, как ты подумал. То есть гравий не в картине. Но зато я зашел в другую картину, и тут реально был гравий. Автор, мамкина пюрешка. Ты думал, то, что ты сможешь меня обмануть? Тут есть что-то. Тут есть что-то. Ничего тут нет. Так. Вот тут ты меня на самом деле обманул. Вы только посмотрите, где этот жопошник поставил золото. Вот оно. Ебой, ебой. Так, хорошо. А, вот это только первый уровень был, а тут целых 10 уровней. Я надеюсь, что я все же умный, такой же, как и ты. И мы все же сможем найти весь гравий на этих картах, найти золото и спасти эту планету. Так, хорошо. Я уже вижу то, что тут есть золото. Отлично. Где, ёханый бабай, гравий? У меня такой вопрос. Вот, нет, да. Так, что-то там открылось, что-то открылось. А что открылось? Что открылось? Что открылось? Ёханы баб... А, вот что открылось. Фу, второй уровень, я думал, что автор уже мог меня запутать. Но ничего подобного, я ставлю сюда гравий. Я прошел второй уровень. Красавчик. Что это такое? Мотыга? Алмазная? То есть где-то тут спрятан сундук, я просто вангую. Вот тут. Вот смотрите. Так, я вижу то, что тут есть золото. И тут, конечно же... Ни хрена себе. Я даже не знал, что так делать можно. Смотрите, где сундук. Офигеть. Слушайте, отличная идея, я уже знаю новый способ, как можно троллить друзей, когда делать им карты на прохождение. Я даже не знал то, что мотыгой вот так можно наверху сделать. Тут появляется небольшое такое отверстие, куда я могу вставить свой пальчик и достать гравий. Отверстие, вставить свой пальчик. Ладно. Сделаем вид, то, что ты ничего не слышал. Пальчик я надумал вставлять. Ладно. Опа! Хорошо, третий уровень я выполнил. Прекрасно. Засовывай только по одному разу. Куда мне засовывать по одному разу? Так, помести сюда. А, рычаги, которые я вот этих... Ага, да, вот тут, да, понятно, понятно.
Ага, ага. То есть засовывать по одному разу, да? Так, я ж засунул. Я ж засунул! А чё не так? Я ничего не понимаю. Ага. Пока что я ничего не понимаю, что мне нужно делать, потому что мне пишут, чтобы я засовывал по одному разу. И понятно, что по одному разу. Я два раза сразу засунуть не смогу. Опа, ага, вот оно шо. А шо я не так делаю? А как, а чё, а как, а чё? В смысле, ну вот я засовываю один раз, вот я засовываю второй раз, вот я третий раз засовываю. А чё, 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 а чё. Ну, окей. Ну вот, хорошо, я добыл 4 рычага. Окей, вот. Ты ж меня хотел обмануть, так я ж могу вот эти рычаги поставить вот сюда. Или... Да. А в чем был прикол? А почему мне там написало на вот этих табличках, чтобы я в эту воронку засовывал по одному разу? Мне кажется, это загадка... Вот... Та... Загадка просто человечества. А что мне нужно было засовывать в эту воронку по одному разу? Да, вот давай сделаем так. Мне кажется, то, что или я что-то не понимаю, или вообще никто ничего не понимает. Ты понял? Вот напиши, пожалуйста, в комментариях, по твоему мнению, что я должен был засовывать в эту воронку по одному разу, потому что я до сих пор ничего не понял. Ладно, что дальше делать? Да, прекрасно. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Я... Опа! Я видел то, что тут что-то есть, смотрите, я же могу тут что-то открыть. Я могу поместить вот эту кнопку на железный блок. Железный, железный блок, прекрасно. А где мне взять вот этот железный блок? У меня вот такой вопрос складывается к вам. Ага, 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 ага. Значит, я все правильно сделал! Я даже не понял то, что тут на самом деле железный блок! Фу, юханый бабай, это на самом деле даже сложно было. Так, 5-й уровень выполнен уже, как пишет нам карта. Там он, опа, дрейн. Что дрейн? Кого дрейн? Чего сад... Чё? Так, глоустон. А что открывается-то? Ребят, я ничего не понимаю. Вот что открывается. Лапка кролика, значит, в этом сундуке была. Хорошо. А что, а как мне делать это? Чё? Нихрена себе, темная магия, даже не знал! То, что так оно работает! То есть, если поместить в эту алхимическую стойку какой-то предмет, то в Майнкрафте можно сделать так, что открывается какой-то другой предмет. Нифига себе. Хорошо, я вижу то, что тут у нас есть золото. Только где мне взять гравий, у меня такой вопрос. И зачем мне нужна вот эта лапка кроличья? Может, ее зажарить нужно? Да, воу! Куда? Куда ты улетела? Иди сюда. Да, твою... Да. Нет, тут ничего нет. Может, там есть какой-то предмет, который... Воу! А ну вернитесь сюда, жопы! Так, я вангую 100% то, что сундук должен быть вот там. Или какая-то нажимная плита, которая даст мне гравий. Только как мне туда забраться? Может, я тупой, может, я что-то не понимаю. Тут еще где-то сундук. Так, подожди. Один. Тут всегда была вот эта бутылочка. Ага. Ну, то есть, вот сейчас все на самом деле понятно. Сейчас мы ставим сюда бутылочку. Сейчас мы ставим кроличью лапку. Ждем, пока нам заварганится зелье прыгучести, и я просто смогу вот тут запрыгнуть. А я парю, знаете, я думал, там какие-то схемы. Нужно заглючить вот этот блок, что когда ты прыгаешь, он тебя подталкивает. Ты можешь вот сюда запрыгнуть, забрать сундук, забрать гравий. Фу! А все так просто оказывается. Опаля! Опа! А я могу сразу себе джамбуст еще один зафигачить? Я надеюсь, что я сейчас это все не испорчу, если я глоустоном его как-то переработаю. Вот сейчас у меня есть джамбуст. А если я глоустоном, значит, должен быть какой-то... Или нет? Или...
Да. Какой-то двойной джамбуст. Я надеюсь, что я сейчас его смогу усилить. Или что? И пожалуйста. Да, двойной джамбуст. Фу. Выпиваем! Ага, вот это нужно сюда поместить. Нет, в смысле? Твою матушку! Я не могу это сюда поместить! Аху! Я думал, что я всю игру зафейлил. Ладно, хуй слава богу, то что я думал, что я вот эту бутылочку сюда не могу поместить. А вот эти блоки даже работают, когда ты вот сюда ставишь бутылочку. Слава богу, все нормально. Шестой уровень выполнен, сейчас у нас седьмой уровень. Прекрасно, тут у нас есть кнопочка. Или что это такое? Это кнопка? Да, только я не могу сюда нажать. В смысле я не могу? Почему я не могу сюда нажать? Так, я вижу то, что тут есть вроде золото. Вот оно. Вот тут есть золото. Но я вижу то, что тут еще что-то есть. Что-то открывается. А что открывается? А что открывается? Что? Что? Чего? Так, смотрите, хорошо. Нажимаем. Быстренько идем сюда. Я же нажал. А что? 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 Как? Как? Вы что, с ума сошли, матушку вашу? Ядрить, колотить! А чё открывается-то? Нажимаем сюда. А-а-а! Вот где сундук! Ага, значит открывается... Да, ага, открывается вот этот блок, да? Да, открывается вот этот блок. Ху. То есть мне нужно успеть нажать на одну кнопочку, на вторую и забрать рычаг. И забрать грай. Ладно, понеслась. Готовы? Опа! Изи, изи! И ставим вот сюда. Седьмой уровень выполнен. Слушай, я гений. Я просто гений. А в смысле, так мы вернулись на то же самое место. Ты думал, то, что я реально сделаю тот самый пазл, который был на первом уровне? Ну, учитывая, какой ты умный, то да. Мне кажется, так оно бы и было. Хорошо, тут я вижу золото. А, но где у меня гравий должен быть? Ага. То есть, тут у нас везде каблстон, а тут у нас почему-то... Что это такое? А тут у нас камень почему-то. А... Что? 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 Чё? Чё? Ёханый бабай, как ты быстро это все делаешь? А, нажимаю просто правую кнопку мышки, нажимаю! Так, забрал кнопку. Куда я могу поместить эту кнопку? Stone Monster Egg. Хорошо, я могу это сюда поставить. Нет? Ага. Ага! Ага! Гравий! Ага! Так! Опа-на! И вот сюда! Восьмой уровень выполнен, ебой! Дальше, девятый. А, чё? Ничего не вижу. Тут у нас что? Odd one out. Чё? Тейсти, вкусно. Да, вкусная рыбка, хорошо. Это все прекрасно. Я там не вижу никакой сундук. Да чё же у меня так нос-то чешется? Я уже 30 пауз сделаю, 30 срезок, потому что нос чешется. Ядрить, колотить. Так! Дайте мне, чё там, как это называется хрень? Дистанция. Какая, мать его, дистанция? Что ты хочешь мне сказать? Что я должен делать с этими... Чё? Там есть ещё какой-то сундук снизу. Я вижу, да, есть вот золотой блок. Есть золотой блок, это уже очень хорошо. Я знаю, куда мне нужно будет кидать гравий. Чё происходит? Тут терпение. Так, тут написано терпение. Тут написано odd one out, что-то один снаружи. Тут написано дистанция, а вот тут написано вкусно. Что вкусно? Фар. Фар это далеко, значит фар это дистанция. Может на самом деле по названию вот этих пластинок фар это дистанция, значит вот сюда. Хорошо, вкусно. Терпение, patience. Терпение у нас wait. Wait по-английски это подожди, значит засовываем. Все правильно, засовываем вот сюда. Вкусно. Что может быть вкусно? Тут у нас есть название кошка. Кошка это вкусно? Ну для каких-то вьетнамцев, корейцев, возможно. Они же кушают там собак всяких. Что может быть вкусно? Я говорю, окей. Мне кажется, кошка. Ну 100%.
Я говорю, для корейцев кошка, мне кажется, самое то. Они же ее жрут. Так, и последнее осталось. Что может быть? Я вот на самом деле вообще не понимаю, что вот это означает. Odd one out. Один снаружи добавить что-то. Odd one out. Один. Посередине есть one. One — это один. Значит, возможно, тут есть какое-то что-то один. Один, один, один. Вот, 11! Может, 11 или 13? 11. Да ладно! Нереально, грави! Чё это за страшные звуки? Чё это за страшные звуки такие, а? Нифига себе, я это сейчас сделал! Офигеть, на самом деле, я в шоке. Хорошо, я угадал. Ну, я же сказал то, что тейсти вкусно, это кошка должна быть. Ну ладно, это последний уровень, как я знаю. Алмазный меч. Что я могу сделать с алмазным мечом? Ага, ага, ага. Так, хорошо, что у нас тут есть? Опа. Прекрасно, что у нас тут? Тут у нас скелет есть, которого я убил. И мне... Чё? Чё-то... Чё за... Чё? Чё? А, вот, выпал лук. Выпал лук. Что? И... Вот, гравий! Всё? А, и тут есть кнопочка у нас, да? Чё-то я пока нифига не понимаю. Окей, у меня есть лук, у меня есть стрела. Так, финальные тесты. Выполнены. Короче, я прошел ЕГЭ. Я сдал экзамены в 9 классе. Мама, мама, я у тебя не дурак. Мам! Так, это было. Но я не скажу, что это было сложно. Я не скажу то, что это было прям чересчур легко. Но я справился. Вместе с тобой я справился. И на самом деле, очень, мне очень даже понравилась карта. Она простенькая, но и заставляет тебя подумать. И также я на самом деле даже получил какое-то удовольствие от прохождения этой карты. Ладно, ребят, мне кажется, что на этом стоит заканчивать. Если хочешь продолжение, ты знаешь, что делать. Если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, поставь лайк. Поставь прямо сейчас. Поставь, пожалуйста. Ну, прямо сейчас, ну ей-богу, ну пожалуйста. Я за тебя даже водичку выпью, пожалуйста. Поставь лайк. 25 тысяч лайков. Выйдет еще одна карта в Майнкрафте. Интересно же? Мне интересно, я надеюсь, что тебе тоже. Подписывайся на канал, потому что в скором времени у нас уже будет 3 миллиона подписчиков. Я надеюсь, что ты подпишешься. Нажимай на колокольчик! Если ты еще не подписался, подписывайся, нажимай на колокольчик. А если уже подписан, просто нажимай на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои стримы и мои новые видосики. Спасибо тебе огромное за просмотр. Всем удачи и всем покедово.